Ночь на дворе, а малыши распищались, всех нас разбудили. Тетя уже мамка тут их накормила, напоила. Двое уже с мамочкой, да? Обнимает так ребенка она, заботочка наша. Чё, ты тоже к мамке пойдешь? Прям все упищались. Говорит, мамка, а ты где? Сами уже ползают такие самостоятельные. Всех подняли, всех разбудили. Да, малышня карандашня? Те ушки какие, уже ушки прям. Ушки. Ой, какой поел, не выспался. И всем выспаться не дал. Феечка, скажи, я пришла поцеловать. Пришла поцеловать ребенку. Фигусенька, дай я ей дам поцеловать только. Она же только поцелует, попочку проверит, чистая, нечистая, поможет тебе. Все, видишь, на, Викусенька, все твое богатство, все твое. Вот такие пескуны, представляете, всех разбудили, всех подняли. Ну, малышня карандашная, а сейчас перекусили и дальше спать. А уж пищали так, я уж подумала, грешным делом что-то случилось. Кто-то где-то застрял или еще что. Нет. Мамку просто будили, искали, да? Звали ее. Мамка говорит, ты где? А мамочка с нами хотела поспать. Потому что вот вы ее затискали, замучкали за день. Она устала. А мамка-то, естественно, сразу встала, побежала. Господи, феечка, ты что? Такие звуки страшные издаешь. Оп-оп, отец, пробирается посмотреть, а? Что тут происходит? Ну, вот такие у нас маленькие ночные будильники есть. Правда, до этого особо не будили. А тут прямо, да такие звонкие, куда деваться? Все, и сейчас дальше спать будут. А я уж пойду делами заниматься. Сегодня получился у меня очень ранний подъем.